на льду канадский танцевальный дуэт Пайпер Гиллис и Поль Пуарье. В их активе два вторых места. В Канаде, на своем домашнем этапе и здесь во Франции. И, естественно, они завоевали право выступить в финале. Would you like to dance with me? I find you very attractive. Would you like to dance with me? На данный момент известны 4 танцевальных дуэта, которые выступят в финале Гран-при. Это две американские пары, Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также Майя и Али.